А сегодня мы пришли на детскую площадку. Ой, как подпрыгивает. А, вот так за краешек держи, чтобы он тебя запачкал. На детской площадке павлин. Вот как он хватает. Аж подпрыгивает. Давайте-ка. А другим павлинам тоже хочешь? Они... Идет, идет, второй идет. Мам, видишь, у него перышко. Мама, я покормила вот этого. Одна, а ты корми вот это. Подождите. Ой. Приманите обоих с двух сторон. Лиза с одной, сядь к маме поближе. Сядь с мамой поближе. Надо показать. Этот немножко трусливее. Этот немножко трусоват. В песок закопал. И потащил. У него бедного один остался одно перо. Они, наверное, линяют сейчас. Это же у мужика красивый хвост. Ну, да, у мужика, только они все общипаны. А это бабы? Нет. Водички хочет теперь попить. Идет в болото. Вадя, вон перышко возьми. Где? Вот маленькое лежит. Такое малюсенькое. На. Ну, такое малюсенькое. На, последнюю дашь, если ты еще видишь? Иди сюда, Лизунь, иди еще что-то покажу интересненькое. Он побежал. Качели. А, это камень. Это не камень. Да? Нет. Угу. Сама ты камень. Это мяч. Это мячик. Мяч и камень. Такой же. Надо бить. Надо бить мы его, может быть. Так, мама наша решила тут сделать себе селфи. Павлин-мавлин. Какой такой павлин-мавлин? Спой, птичка. Спой, птичка. Не стыдись. Вот у нас, мам, смотри, у него какие пятна, как. Отойди, дай мне папа сидеть. Мама, у него пятна, как у меня. Отойди. Поехали. Подожди, я не знаю. А я потом давай, Лиз, ты тоже. Нет.
Да, умею. Покажи. Лизунь, иди ты на эту. Попробуй, знаешь. Мама не покажет, как она заберется. Поедем. Покажи. Хорошо, я покажу, тогда ты здесь поедешь. А ты умеешь даже на горе? Умею. Я на всем умею. И я. Давай, иди, катись. Нет. Тогда нет. Тогда нет. Мы пошли на поиски павлиньих перьев. Пока. Папа! Мам! Возьми мою лялю. Мама, смотри, там белочка. Настя, ты свой телефон здесь тоже оставила. Белочка скачет. Вон она. Давай еще раз перышко запустим. Нет. Кто-то у нас под столом, по-моему, ходит. А, мамочки, это же павлин! Ура, мое перо спасено! Это же павлин нам забрался под стол. Мне надо найти третье перо. Мне срочно надо найти третье перо. Вы меня слышите? Да, я тебя слышу. Мне нужно срочно найти третье, павлин. А! Что? 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 Я спрашиваю.